Накануне Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, сегодня на Авторадио говорили о выявлении фактов коррупции в ЕАО. Старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции Евгений Перебейнос рассказал об основных приоритетах в этой работе. Наверняка все знают о том, что при участии нашего губернатора, органов исполнительной власти, в область стали поступать денежные средства федеральные, реализовываться масштабные большие проекты. И, естественно, для нас это означало, что необходимо именно сферой приложения наших усилий выбирать вот эти вот сферы, где тратятся бюджетные средства. По поручению прокурора области все районы и городской прокурор проводили, как выразился гость студии, тотальные проверки полноты исполнения муниципальных и государственных контрактов. Кропотливая работа дала свои результаты. Если касаться вопросов выявления преступлений, то в этом году сразу же вот в этой сфере, то есть полноты исполнения контрактов, выявлено уже более 12 уголовных дел, преступлений, и возбуждены уголовные дела по ним, расследуются. И я так полагаю, что это еще и не предел. Основное содержание выявленных преступлений, как правило, это подписание должностными лицами актов выполненных работ, благодаря чему оплата производилась полная, а работы выполнены не были. Прокурор привел примеры выявленных фактов, а также слова фигурантов дел в объяснение своего поведения, оценку которому даст суд. Полная запись эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин, Новости 21.